Девочки, взяла себе новую серию Омега Хитс с омегой, с льняным маслом, оливковым и кунжутным, еще какое-то масло. Новинка для тела, для рук и для лица. Текстура вот нанесла на себя, очень приятно пахнет. Вот зима она почти не пахла, вот крем мой тоже любимый, который зимой выпускается. А этот крем, он плотный, он питательный и он очень-очень нежный. Впитался крем быстро, нравится, ощущение никакого такой тяжести нет. Крем я, конечно, вот такие крема все-таки я использую больше для тела, для рук. Для лица я беру, конечно, другие линейки. Хотя вот сегодня у меня клиентка взяла крем, сразу нанесла на лицо. У нее кожа сухая, возрастная, кожа была увлажненная, очень хорошо сразу стала выглядеть. То есть морщиночки сразу потерялись. Ну, он хорошо увлажнило лицо. Но вот я буду использовать для лица, для тела. Мне понравился этот крем, советую. Он сейчас по акции.